Неприятно было и ну, пропустили 3 гола. Ну ничего, будем стараться, все будет, думаю, хорошо. А твоя первая игра на официальном уровне. Как себя чувствуешь, как самочувствие, как вообще себя чувствуешь в команде? Чувствую неплохо, но можно сказать, что хотелось забить, но не получилось, это особенно моментов не было, больше на оборону играли как бы. Ничего, все будет нормально, думаю. Перед матчем их главный тренер и один из футболистов заявили, что они вот такие вот явные фавориты перед матчем. Но что ты скажешь на поле? И первый тайм ты смотрел со скамейки запасных. Что ты скажешь об их игре? Были ли они вот по-настоящему вот такими фаворитами? Да не были. Просто у нас моменты были, могли забить. Мы не забили, а допустили ошибки, и они этим воспользовались. Ничего лишнего как бы.